Молдавской столице сегодня вновь ожидаются многотысячные антиправительственные акции. На митинге в центре Кишинева оппозиция планирует объявить о формировании Комитета национального спасения. Он должен предложить программу выхода из тяжелейшего политического и экономического кризиса, в который, как считают оппозиционеры, страну ввергла нынешняя власть. Среди главных требований протестующих – отмена решения о назначении нового кабинета министров, который, напомню, был приведен к присяге тайно, под покровом ночи, а также роспуск парламента и проведение досрочных выборов. Тем временем ОБСЕ призвали Кишинев не препятствовать работе журналистов, которые освещают последние события. На этой неделе в Молдавию не пустили сразу несколько съемочных групп российских телеканалов, в том числе и нашего. Масштабное ограничение свободы передвижения журналистов негативно сказывается на распространении информации. Я призываю молдавские власти пересмотреть практику применения выборочных ограничительных мер относительно СМИ и позволить всем журналистам беспрепятственно осуществлять свою профессиональную деятельность.